Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кейн, и сегодня, друзья, мы снова на Hive MC, как вы можете заметить в аркадах, и сегодня мы снова поиграем в Gravity, потому что мне написали то, что добавили еще кучу новых карт, и я просто не смог удержаться, потому что, как вы знаете, Gravity это мой самый любимый режим, и, друзья, обязательно ставьте этому видео лайк, потому что если мы наберем 7000 лайков, я поиграю вот в эту мини-игру, которая совсем новая, то есть была раньше Gravity новая игра, теперь Brand New, они теперь две. Здесь появился этот Restaurant Rush. Я очень хочу в нее поиграть. И если мы наберем столько лайков, то видео выйдет прямо завтра по этой мини-игре. Поэтому, да, друзья. Что ж, но сегодня, как я уже сказал, мы поиграем в Gravity. И что тут происходит? Нет, меня не узнали, но... ну и слава богу. Что ж, давайте посмотрим. Давайте мы сразу же зайдем и просто будем надеяться, что нам попадется какая-нибудь новая карта. Хотя я немного побаиваюсь, потому что когда, ну, вы знаете, когда новые карты, я все время туплю, не понимаю, куда лететь. И в итоге не очень хорошее место у меня под самый конец, но я постараюсь и надеюсь, мы сегодня одержим еще одну победу в топ-1. Как вы можете видеть, ну, уже не можете видеть, там была статистика справа, и у меня вроде бы 34 игры и 29 побед, что-то такое, я, честно, не запомнил, но вот эта карта, я ее, честно, не припоминаю, хотя, возможно, она уже была, или она не была, я вот, честно, не знаю, но она явно новенькая, возможно, я в нее уже играл, но давайте посмотрим, мне кажется, нужно лететь куда-то вот туда, вот именно облететь вот это дерево вот здесь, потом вот туда и тут, короче, вы поняли, что я хочу сказать. Что, давайте попробуем, 3, 2, 1, поехали, первая, отлично, здорово, вот все еще не могу вспомнить, играл ли я или нет, но смотрите, смотрите, уже побежали вперед, какие дикие пацаны, уже двое вперед убежали меня, и вот эту карту я уже знаю, мы ее все с вами любим. Так, я прошел, я надеюсь, никто не успел еще пройти, так, сзади меня какой-то пацан уже бежит, но мне кажется, я иду первым, вот вроде бы вперед меня еще никто не убегал, вот я бы его сейчас увидел. Но смотрите, я иду пока первым, эту карту мы тоже все знаем, тут нужно было просто упасть на эту машину, ну, я уже, и она у меня просто в голове, эта карта, опа, вот эту карту я не знаю, хорошо, интересно, так, давайте посмотрим, куда, что, простите, как я не попал, окей, я понял, как надо тут ее проходить, то есть вот сюда, и, черт возьми, это сложно, хорошо, да, так, пожалуйста, Кейн, не тупи, Кейн. Не тупи. Так, найс. Теперь мы заходим в портал. Я не знаю, есть ли кто-то впереди меня. Последняя карта, Арктик. Ага, уже кто-то, я вижу, летит вниз. Чёрт. И я профейлился. Да. Да, уже два пацана закончили, ну, а я остался вообще в дураках. Уже вон там третий чувак бежит, и я занимаю, походу, четвертое место, которое мне вообще не нравится, потому что вы знаете то, что я всегда стараюсь получить первое место. Но, ладно, что ж, для первого раза неплохо, все-таки была одна новая карта, даже две, наверное, вот первая и последняя, или, ну, вы сами понимаете, какой я вам пытаюсь сказать. Ну, в принципе, неплохо, поэтому давайте мы попробуем еще раз. Смотрите, кстати, подарки, которые нельзя открыть. Давайте обратно вернемся в лобби и попробуем еще разок, потому что я на этом не остановлюсь. Я хочу получить первое место. Вот, вы можете видеть, у меня 35 игр и 30 побед. Победа, я еще раз повторюсь, это когда ты хотя бы попадаешь в топ-5. То есть я 30 раз попадал в топ-5. Привет, пацан, почему-то нас здесь мало в этом лобби, почему-то никто не заходит. Ну-ка, давайте, ребята, давайте, присоединяйтесь. Вот, пацаны начали заходить, молодцы. И, кстати, в чате пишет, когда кто-то заходит, типа, пишет ник, и написано, типа, он хочет упасть. Да, друзья, ну, все здесь хотят упасть, потому что падать это круто. Не в реальной жизни, конечно, но в Майнкрафте это очень весело, особенно на таких картах, это просто здорово. Поэтому я и обожаю эту мини-игру, потому что, ну, она реально интересная, она легкая. Ну, легкая, я имею в виду то, что она очень легкая. То есть ты понимаешь, что тебе нужно сделать. Иногда, конечно, сложная, в том смысле, то, что сама карта сложная, и ты не понимаешь, как там пролететь эту штуку или там еще что-нибудь. Но очень-очень мне нравится эта мини-игра. И что ж, начинается игра. Три топ. Futuristic, Rain, Rhythm и Hell. Последнюю я легко пройду. Три топ мы тоже сейчас легко пройдем. А вот Futuristic, Rain, Rhythm, вот они что-то незнакомое. Возможно, я на них уже играл. Я их, возможно, определю, как только я их увижу. Но пока будем надеяться, что это новые карты, чтобы посмотреть на что-нибудь новенькое и интересное. Так, хорошо. Как у нас проходит эта карта? Я уже совсем забыл. Черт, все мешают. Я знаю, что тут можно всех ребят отключить, но мне это не нужно. Хочу видеть, кто, куда, где падает. Так, точно. Я же только что эту карту проходил. Я же вспомнил.
Я же прям только что ее проходил. Хорошо, она легкая. Так, уже, пацаны, смотрите, какие дерзкие, дерзкие, просто полетели вперед меня. Но я так этого не оставлю. Ой-ой-ой-ой-ой. Эту карту мы тоже уже проходили, она легкая. И что меня больше всего бесит, то что тут нужно забираться вот так вот к порталу. Но вроде бы неплохо. Смотрите, вроде бы я первый. Ой-ой-ой, что это за карта? А вроде бы мне вот сюда, да? Да, ой, ну очень легкая. Вот я вам скажу то, что я первый раз на ней. И где портал? А, вот портал. Фух, я уж испугался, сейчас портал не найду. Так, ритм. Ага, ритм мы тоже на ней играли. Вот это вот музыкальная карта такая. Так, облетаем, облетаем. Хорошо. И вот он наш портал. Бежим, бежим, бежим. Интересно, за ними кто-то есть? Никого нет. Друзья, я бегу первым. Я бегу первым, последняя карта. И еще она и Hell. То есть Hell, да, самая легкая карта вообще, мне кажется, в этом режиме. И давай, 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 давай. Ползи, ползи, плыви, ползи, я не знаю, еще что-нибудь делай, но... Да, друзья, да, очередное первое место, черт возьми, как же я хорош. Просто посмотрите на меня, вот, вот посмотрите, насколько я крут. Да, еще одно первое место, хорошо, сразу же выходим, типа мы такие крутые, типа победили и сразу выходим, не, продолжаем. А, что ж, давайте на следующий сервер пойдем вот сюда. И постараемся сегодня сделать стрик. То есть мы попытаемся сделать серию побед. Вот я сейчас победил один раз. Для меня победа, вот на самом деле, это когда я первое место занял. А, вот. Поэтому мы сейчас попробуем победить три раза подряд. Вот я победил первый раз. Мы постараемся еще два раза вот сейчас вот выиграть подряд. Я очень надеюсь, что у нас это получится, потому что я настроен серьезно. Я настроен серьезно, что я даже вот этого Джека Воробья изобью и отойду. А, все, хорошо, началась первая карта. B-Ring, Asteroid, Library, Trees, DNA. Вроде бы все эти карты. Ой-ой-ой, только не эта карта, черт! Черт! Вот эту карту я ненавижу ее. Она ужасная. А-а-а, походу все, походу первое место мы здесь не займем. Но я постараюсь, я постараюсь. Если вы не помните эту карту, сейчас вы увидите, насколько она ужасная. Потому что здесь нужно прыгать на этих слаймовых блоках. Потом прыгать в другое место. Короче, там куча всего нужно делать. И давайте постараемся. Так, 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 хорошо, погнали. И сразу же фейлим. Найс, Кейн, молодец, просто идиот. И так, хорошо, и вот теперь вот сюда. И теперь мне нужно прилететь. О, за что? За что эта карта такая сложная? Ну, конечно же, все уже вперед давным-давно улетели. Хотя у меня случалось такое то, что я был последним, но в итоге я как-то приходил первым. Не знаю, постараемся. Возможно, все сейчас зафейлили на этом уровне, но мне кажется, уже многие прошли. Астероид. Астероид это тоже легкая карта. Тут просто летишь вниз, и главное зажать Shift на всякий случай, потому что иногда бывает, что ты разбиваешься, даже пролетая через воду. Вот. Так, но я вижу то, что впереди меня есть уже один пацан. Мне это немного... я вижу уже еще одного пацана, который только что забежал в портал, который я не вижу. А, вон он. Не с той стороны вылез из воды. Черт, 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 черт. Так, это у нас уже 4-й уровень. Этот уровень мы легко проходим, потому что я его уже знаю как 2 своих пальца. Не знаю, почему 2. Вот. Так, найс. Хорошо, бежим, бежим. Это Link, Крафтер, Нуб. Пожалуйста, зафейли. Пожалуйста, зафейли. Пожалуйста. Я не знаю, что это. О, черт, я ненавижу эту карту. Давай! 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 Есть! Боже, как это было круто! Вы, наверное, офигели вот от того, что я сейчас делаю, захлопал и все такое, но, ребят, вы видели, что произошло? То есть, пацаны бежали уже там впереди меня, и я всех просто обогнал и пролетел вот последний уровень. Просто на изичах и просто занял первое место. Хотя это последний уровень, я помню то, что когда я первый раз на этой карте был, на этом уровне, я его вообще не мог пройти. Он был для меня очень сложный, вы это могли видеть вроде бы в прошлом видео по этому мини-гейму. Но я это с первого раза сделал, я вообще не понял как, но черт возьми, первое место. Хорошо, хорошо, уже две победы подряд. Две победы подряд и осталось третья, осталось совсем немножко. Что ж, осталось победить эту игру и у нас будет реально серия побед из 3 побед. Это здорово. Надеюсь, надеюсь у нас получится и надеюсь вы все болеете за меня. Надеюсь, что вы тоже хотите, чтобы я победил и... Фух, это было здорово, мне очень понравилось. Главное, чтобы сейчас не было никаких подвохов и не было никаких там про, которые там, знаете, очень, очень крутые и быстрые. Ну, конечно же, круче меня никого нет. Нет, на самом деле есть, но я стараюсь, друзья. Обожаю эту мини-игру, и у меня вроде бы как хорошо получается. Что ж, 7 секунд остается. Не знаю, какие карты, не посмотрел, но сейчас мы их увидим. Так, хорошо, последняя секунда, и что же мы видим? Так,
Библиотека, Дождь, Gravity Spire. Вот это что-то новенькое, возможно. Биомс и Метеор. А, хорошо, я вроде бы знаю все, кроме вот этого Gravity Spire, которое красненьким написано снизу, вот вы можете видеть. И посмотрим так. Ну вот это первое, мы ее только что проходили. Главное, тут она такая, она вроде бы легкая, но на самом деле здесь иногда очень легко зафейлить. Вот, чисто случайно. Поэтому давайте мы прицелимся где-нибудь вот сюда. И 5, 4, 3, 2, 1. Полетели вниз. Так, хорошо, 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 идеально, идеально, Кейн, молодец. Так, где портал, где портал, где портал? Фух, опять не в ту сторону. Ну ладно, я всех обогнал, я опять веду впереди. Нет, прямо сзади меня какой-то пацан. О, черт возьми, что это за карта? Куда мне лететь? А, возможно, есть! Где портал? Да что ж, почему порталы такие спрятаны, я их не вижу никогда. Так, быстро-быстро бежим. Так, вроде бы я первый, вроде бы Gravity Spire. Опять, точно, вот же она. Так, так, и... Нет. Так, теперь разворачиваемся и... О боже, нет, какой-то чувак уже появился на этом уровне. Так, давай, давай, есть! Так, где порталы? Да боже, почему порталы все время в таких странных местах? Так, предпоследняя карта, биомы. Ага. Летим. Идеально, идеально, и портал прямо передо мной. Здорово, здорово. Ребят, последний уровень. Так, метеор. А, метеор мы умеем проходить, мы его очень легко проходим. Вот таким вот образом. Так. И... Ну же. Все. Никого нет. Я первый. Я даже подожду, и я опять потроллю какого-нибудь пацана, который сейчас прилетит. Ну же. Будем ждать. Ну? Где же вы? Почему вы так отстали от меня? Я-то думал, там прямо за мной кто-то бежал. Смотрите, никого нет. Они все где-то застряли. Эй, ребята, вы живы? Хм. Просто никого нет. О, я вижу, вроде бы какой-то пацан падал. Нет, он разбился. Ну давай, чувак, давай, ты сможешь. Вон он летит. Так. Здорово, пацаны. И я затроллил двух пацанов. Первое место. Три раза подряд. Три победы подряд. Вау. Ну, друзья, мне кажется, пора идти сразу же на четвертую победу. Как вы думаете? Мне кажется, у меня получится. Если будет четыре победы, то я просто буду... Я буду шикарен. Я просто... Я буду очень шикарен. Да, друзья. Мне очень нравится. Мне очень нравится, что я так выигрываю. Я думаю, мы сейчас играем последнюю игру. Если я выиграю, это будет очень здорово. Если проиграю, я не расстроюсь вообще никак, потому что я и так три победы подряд сделал, три первых места подряд, это очень здорово. Так, хорошо, начинаем. Rain, Cars, Asteroid, Spears, in Green Hill Zone. Все эти карты я знаю, они не новые. И главное сейчас не фейлить и просто взять первое место, как мы любим. Друзья, мне кажется, вот вы реально ставьте лайки, если хотите увидеть еще различных мини-игр, потому что вроде бы вам нравится, потому что судя по комментариям, лайкам, то, что вот когда я заливаю различные мини-игры типа вот этой, вам вроде бы нравится, я буду стараться делать больше мини-игр различных, потому что я что-то зациклился на этой, но я вам обещаю, то, что следующее видео будет по другой немного мини-игре, вот как раз-таки той самой новой. О, все. Прощай, 4 победы подряд, потому что тут уже, ну, не знаю, возможно, мы выиграем. Но тут уже сложновато, потому что смотрите, сколько пацанов уже убежало. Сколько пацанов уже убежало вперед. Ну, эту карту все знают. Какой-то чувак вообще в другую сторону побежал. Так, найс, бежим. Да, вот, много народу. Астероид мы тоже легко проходим. Так, зажимаем shift и бежим. Осталось две карты. Четвертый уровень, Спирс. О, нет. О, да. Вы видели? Они все зафейлили, и я вроде бы прошел. Если... Стоять! А ну-ка, стой! Green Hill Zone, давай. Что это за карта? Я вообще ее не помню. Так. И... Ну же, давай. Нет! Фух! Я взял опять первое место, но вы видели, как он близко был ко мне. Он даже написал, смотрите, в чате вот этот вот смайлик. Вот этот, смотрите, смайлик вот этот вот. Типа, он зол. И он написал, типа, второй. А, я просто такой офигенный, ребят.
просто супер. Это было эпично. Это было эпично. Это просто здорово. Что ж, друзья, на этом мы, наверное, закончим это видео. Было реально очень круто, очень весело. Мне понравилось. Надеюсь, вам тоже. Надеюсь, вы хотите увидеть поскорее новые мини-игры. И, возможно, мы, конечно же, в будущем еще поиграем в Gravity. И мы будем стараться набить где-нибудь, я не знаю, где-нибудь 5 или 6 побед подряд. Потому что я уже приноровился. Я вроде как... Я могу, я почувствовал силу, 4 победы подряд. Так что да, друзья, спасибо вам огромное за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. С вами был Кейн, и до новых встреч.